Ну что, друзья, я выполняю все ваши пожелания. Вы сказали мне приехать в Форте де Марми. Я приехала. Это примерно 137 километров от того места, где мы живем, в Флоренции. И мы приехали в какой-то совершенно потрясающий городок на море. Посмотрите, здесь действительно красивое море, широкие песчаные пляжи. Вообще этот городок был основан Микеланджело, как ни странно, еще в 15 веке. Здесь шли разработки мрамора для скульптур. Микеланджело руководил этим, как там пишет сейчас в Википедии. И он, и люди, которые здесь работали, основали деревеньку. Была небольшая такая деревенька людей, которые работали на мраморных разработках, а позже, уже в 20 веке, семья богатейшего человека в Италии, который владеет концерном Fiat, стала использовать это место для своего летнего отдыха, так как здесь уникальный климат. Здесь расположены Альпы, посмотрите, за моей спиной. Альпы достаточно высокие, есть даже и 2000 метров высотой, и, конечно, море. Поэтому создается такой особый микроклимат, который привлекает сюда людей. Ну, кроме того, эти широкие песчаные пляжи из мелкого песка, красивое, теплое, ласковое море, это и больше всего привлекает людей. Вот Fiat, богатые люди Италии, стали приезжать сюда и строить свои виллы для летних курортов, для летнего отдыха. И потом уже в 20-х, в 2000-х годах уже этого века, конечно, сюда хлынули богатые нувориши с разных стран, в том числе, конечно, из России. Примерно 30% недвижимости, как нам говорят здесь местные риэлторы, владеют россияне. Это примерно 2500 вилл. И, конечно, здесь из-за того, что так много состоятельных людей, также точно много магазинов роскошных. Мы сейчас пройдем, я покажу, здесь есть все brand names, все и Dior, и, ну, абсолютно, нет никого, кто пропустил бы возможность быть в этом местечке и продавать свои роскошные лакшери товары. Здесь много магазинчиков, ресторанчиков, город идеально чистый, тротуары выложены мрамором, всем выложены. В общем, давайте пройдем, я покажу вам, что из себя представляет этот город-курорт. Один из самых роскошных в этой части Италии и один из самых любимых очень многими нуворишами с постсоветского пространства. Смотрите, как этот мужчина прислонился к женскому торсу и получает удовольствие от солнышка. По всему городу расставлены такие красивые мраморные скульптуры. Это даже не скульптура, а что-то такое очень-очень элегантное. Красиво вырезанный кусочек цельного мрамора. Может, это ракушка. Очень-очень элегантно. По городу проходят вдоль моря и вдоль дороги проходят дорожки для велосипедов, для бега. И многие, конечно, здесь катаются на велосипедах, бегают по утрам и просто получают удовольствие и оздоравливаются. Протяженность этих дорожек 40 километров. Много парков, много зелени, красивые вот эти вот umbrella pine или, не знаю, зонтообразные сосны. И посмотрите, тротуары выложены мрамором, такими плиточками. И это город для богатых. Здесь просто нечего делать людям, даже со средним достатком, потому что рестораны очень дорогие. Чтобы снять какую-то такую кабинку или взять шезлонг с зонтиком, это стоит 20 евро в день. То есть достаточно все это дорого. И так обычно богатые отгораживаются от бедных, чтобы их не было вокруг, они их не видели такими высокими ценами. Это такая обычная практика. Сделать все очень дорого, чтобы было недоступно другим. Ну вот посмотрите, как выглядят улочки этого городка. Справа и слева со всех сторон дорогие магазины. Здесь, конечно, и Селин, и, как сказала, Dior, Louis Vuitton, абсолютно все дорогие магазины. Я зашла в некоторые из этих магазинов, и, на мой взгляд, ассортимент их слишком романтичный.
видите, наверное, сюда приезжают такие романтичные девушки, которые покупают то, что здесь продается. Сейчас уже магазин закрылся, а я заходила в него, когда он был открыт. Вот такой вот город с сливом на Дольче Габбана, Боттега Венето, ну, все Гуччи. Вот такой город, маленький город, он не такой большой, но вот такой вот городочек исключительно для богатых людей, потому что везде очень высокие цены и на дома, и еда в ресторанах, все намного дороже. Удовольствие ходить по таким тротуарам, видеть чистые улицы. Вот уже, знаете, на этот ассортимент. Кураж. Мы только что недавно пили кофе и ели салатик в этом кафе. И то, и другое не стоило того своих денег. Чашечка американо здесь стоит 4,5 евро. И это был плохой американо. Гуччи. Я знаю, у кого-то в Торонто научились выкладывать мусор на тротуары. То же самое в Нью-Йорке и то же самое в Торонто. Мусор выкладывается на тротуары. Это очень хороший магазин, у них чудесный кашемир, у них вообще изделия шелк очень хорошие. Я иногда у них кое-что покупаю хорошее. Смотрите, какая чудесная площадь, тоже с летними ресторанами. Здесь никогда не бывает очень жарко и никогда не бывает очень холодно. Велосипеды с корзинками. Вот такая глыба из мрамора, и это мрамор Бьянка Каррера, который самый популярный мрамор в отделке помещений обычно, и очень-очень хороший, такой белый с серыми такими жилками, великолепный, и это уже по-другому сделано, и автор этих работ Гюставо Велес. Прекрасные работы. А этот фонтанчик, конечно, здесь, наверное, с 20 века, а может быть и раньше. Таких вот водопроводов по всей Италии, конечно, помогает людям не покупать воду в бутылках, не носить воду в бутылках, а пить из таких фонтанчиков. Потому что вода, на мой взгляд, в Италии очень хорошая, никакой хлорки не чувствуется. На этой красоте имеют свой ланч, кто-то, может быть, завтрак. А вот еще это тоже очень красивая скульптура, сделанная из, я так понимаю, stainless steel, из нержавеющей стали. Красивая какая скульптура. Они просто ее, тот же самый автор, Густаво Велес, stainless steel, так и называется. Вот такой чудесный городочек. Площадь ресторанов, очень чисто, очень все ухоженные дома, просто замечательно. Потрясающее местечко, люди обедают в тени этих платанов, тихо все, красиво, чисто, великолепно. Все уже приготовились к зиме. Во всех магазинах в основном только зимняя одежда. Много чудесных таких местечек. Вот еще одно местечко очень красивое, чудесное. Как я сказала, везде мраморный пол выложен. Красивые балкончики, цветы, кафешки, магазинчики. Очень здорово. Вот совершенно замечательный
Магазин, наверное, аренда велосипедов, я думаю. Корзиночек. О, я должна сюда зайти. Кроссовки какие чудесные. Как оформлен бутик, интересно. Хотели бы здесь иметь квартирку, вот так, с видом на такой чудесный маленький парк. Роскошные совершенно бутики. Это вот был бутик, посмотрите какой. На самом деле это был бутик Golden Goose. Они продают кроссовки. У меня тоже почти такие же кроссовки. Как мне нравятся такие местечки. Какое-то удовольствие. Здесь совсем не жарко сегодня. Красиво, прохладно. Уже бутики закрылись. Немножко с утра поработали и хватит. Правильно. Пошли спать. Вон такая скамеечка. И магазинчики, магазинчики, магазинчики. О, Форте-Форте. Форте-Форте, мне очень нравится магазин. Какая красота. Вот еще одна красивая улочка. Здесь у нас Прада. А для женщин, они два, здесь две Прады. Для женщин, для мужчин. И огромные кусты цветущих розовых деревьев. То, что мне больше всего нравится. Я никогда не понимала сумки Прада. Никогда. Вроде бы есть в них что-то красивое, но недостаточно. Вот такие свитерочки нам предлагает Прада. И моделей больше женских нет. Женские модели стали мужскими. Мальчики. Здесь Валентино. И вот такая центральная площадь. Посмотрите, с каким лесом. Сколько красивых сосен. Красивое, интересное. Что там, какие-то такие панно. Очень интересные панно. А, по-моему, они подают какие-то освежители воздуха. Всего лишь. Много интересных бутиков в городе. В Италии во многих местах убирается мусор. Как видите, есть органика и разные пластика. Все это разделяется. И вот так вот в таких баках, и все, я так понимаю, это воздухом вытягивается по трубам куда-то в специальные места. Даже какой лес. Эти розовые олеандры, они так украшают города. Мы уезжаем в другой городок. Вот Николай подъехал на машине, которую мы сняли здесь в рент. Французская машина. Рено? Замечательная машинка. Ну что, поехали дальше. Машина называется Peugeot. Ну, вот такая дорога вдоль моря. Море у нас слева. Справа город. И такое вот шоссе. Красивые виллы. Красивые. Надо было проехать по резиденциальному району, посмотреть. Правда, красивые виллы. Прожить свою жизнь. От чего это зависит? Как это все сложится? Ну, в 21 веке все зависит только от нас. И это первый раз, может быть, в истории человечества, когда все зависит от нас, и мы можем жить на любом уровне, если только мы решим, будем знать, как это делать. Этим я делюсь на своих консультациях, этому я обучу вас на своем коучинг, мастер-классы и на своем канале. Что присоединяйтесь. Всеми флагами. Евросоюз, Швейцария, Германия, Италия, Англия и Америка. Белые велосипеды. Опять цветущие олеандры.